Всем здравствуйте, меня зовут Фласка. Сегодня мы с вами будем останавливать время с помощью вот таких вот часиков. Привет. Скретчи, ты не просто так сегодня участвуешь в моем видосе. Знаешь, почему ты здесь? А ну-ка, почему? Я что-то увидел у тебя часики знакомые, которые я тебе дал поносить. Не поносить, это ты поносишь, а я их просто-напросто использую. Ну, проверим, как хорошо ты их используешь. Давай. Ава! Ну, блин! Чтобы вы понимали, я замедлила время. То есть, короче, завис, да? Смотрите, даже не отпрыгивает. Короче, жопа сутулая, посмотрите. О, пошла анимация. Смотрите. Левитируем. Короче, выстрелил мне в руку. Все, минус рука. Это не по-пацански. Ладно, обратно. О, попал. Не успел. Скретчи, куда мы с тобой бегим? Мы с тобой бегим проверять твои навыки. Оп-оп-оп. Не, ну видали, что это жопа сутулая делает? И что это такое? Ёшкин ты кот. В ГМ-очку берем, значит, ведро воды. И просто-напросто льем вот так. Бам! А можно кнопку подобрать? Тихо, 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 не палим. Скретчи, если что, не видят то, что я делаю. Возвращаемся обратно и отпаузиваем. А ты меня оттолкнуть забыла, я сейчас умру. Ты меня бесишь, Скретчи. Ты меня бесишь. Да куда? Да погодите, тут уже эта анимация пошла. Тихо, мне нужно в ГМ-ку опять, значит, ведро воды. Да я туплю, но я только начала. Все, в жопу этот факел, он меня уже бесит. Все, теперь все будет окей, не помрешь. Давай, опа, 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 проверяем. Надеюсь, не помрешь. Хоп. Опа, о, я выжил. Молодец, Фласка, ты выполнила задание остановщика времени. Скретчи, а тебя не смущает то, что тут как бы океан целый? Я понял, что ты здесь воды залила. Как хорошо, что у меня дерна куча есть. Скретчи, откуда стрела в твоей руке? Не знаю. Ага, то есть ты еще что-то успела в меня стрельнуть, да? Да не, не стреляла, я тебе попу ставлю. Скретчи, все, пойдем. Вот. Что? Подожди, ну. Покажи свой лук. Вот. Ага, то есть лук у тебя есть. Я понял, хорошо, сделаем выводы. Не, ну, ребята, ну вы видели, не? Куда ты? Так, погоди. О, зырьте, летит. Так, окей. Идем в ГМ-ку, значит. Так. Ой, дождь пошел. Гляньте, у меня даже дождь не идет. Скретчи, смотри, это твой зонтик. Хоп. Хоп. Не понял? Ага, ну молодец. Ой, дождь идет. Фу. Не понял, закончился. Ладно, Фласка, смотри. Сегодня я буду испытывать тебя на прочность всеми возможными методами. Потому что я буду пытаться... А, не, все нормально. Я думал, он хочет это убиться. Ладно, нормально. Хоп. Умереть. Ага, понятно. Что дальше? Сейчас что-нибудь придумаем. Давай, Скретчи, я слежу с тобой, чтобы ты... Да ёшки ты кот, я думала, тут пропасть. Ладно, окей, отстопариваем дальше. Ава, погнали наверх, будем прыгать с высоты. Не спрашивай, откуда у меня сток тинти, я его не брал из твоей тумбочки. Ты взял из моей тумбочки, да? Нет, не брал из твоей тумбочки. А знаешь, в чем прикол? Ты не сможешь понять, куда я падаю. Чертила, вы только посмотрите. Ну только гляньте, чертила. Для тех, кто не знал, у нас открылся свой собственный магазин мерча. Ссылочка в описании. Все, приземлился. Смотрите, что сделаю в идеале. Я просто-напросто его закрою. Бамс, 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 бамс. Ой, а вот и дамаг прошел. Оп-оп-оп. А он отсюда даже не выберется. И закрою его вот так. Оп-оп. А нет, давайте стекло возьму. Стекло, чтобы хотя бы посмотреть на него. На то, как он будет выпендриваться, мол. Что это такое? Я не понял, Фласка. Итак, выходим из гемочки и бам. Не понял. Ах ты чертила. В клетку меня засадила, да? Да, ты теперь под замком. И что мне делать с этим? Тихо, в клетку. Тихо, тихо. Так, ну... Ой, господи. Знаете, иногда мне хочется просто сказать, а плевать, а помирай. Так, давайте-ка сделаем что? Он полетит вниз потом. Так, ну, наверное, нормально. Далеко не улетит ведь. Хоп-хоп-хоп. А тут давайте... Я не могу тут ничего поставить. Окей, ладно. О, смотрите, пошел процесс. Короче, сейчас моментально отстопорю и застопорю. Бамс, бамс, опа. Успела, зырьте, у меня же текстурки летают. Во, нормас, а сейчас я его закрою. Я не могу. А, не могу, нормально. Его, надеюсь, не заденет. Ну, что, ребята, будем надеяться, то, что скретчика это спасет. Выходим, значит, из гемочки и путаю кнопки. Бамс. О, полсердечка, прикинь. Снесло, либо осталось. Осталось. То есть плохо я тебя спасаю.
Я не могу, чисто чертильник какой-то. Ну и что мне делать с ведром? Ну, ёшкин ты кот, я постоянно забываю, окей. Тихо. Тихо, из ГМ-ки, потом в ГМ-ку, бамс. И всюду под ним водичку разольем, чтобы она автоматом превратилась в этот, в булыжник. Он же наверняка прямо сейчас ее и поставит. Ну-ка, давайте проверяем. Бамс. Блин, ой, я застрял в текстурке. Застрял в текстурке. Ладно, я помогу тебе скрэч, нормально? О, спасибо. Ну, так, надо подумать, как бы мне потратить мои полсердечка. Псина сутулая, просто псина сутулая взял, скинул меня. Знаете, почему я сразу застопорила? Вот, я все застопорила, вы посмотрите, смотрите, смотрите, смотрит на меня черт. Вот чертильник! Вот, все зависло. Даже капелька воды зависла. Короче, я это все застопорила, чтобы он не успел ничего сделать. Он сейчас думает, что я упала, на самом деле я сзади него и... Бам. То есть твой гениальный план просто-напросто взять и упасть. Ну ладно, давай. Ты летишь прям вниз, приземлишься вот тут. А плевать, я просто воды кучу налью. Ну а что, сделаем второй бассейн тут как бы. Нам не провыкать. Оп-оп-оп-оп. Опачки, все, готово. По идее, помереть он не должен. Ну, вроде как. Но мне кажется, я тут всюду воды уже налила, что достаточно. Пробуем. Бамс. У-ху. О, ну ладно, Фласка, молодец, молодец. Я знал, что ты окажешься у меня за спиной, прям чувствовал. Поэтому сразу же прыгнул за тобой. В смысле, с чего ты взял, что я за спиной твоей была? Потому что тебя не было снизу. Я посмотрел и сразу прыгнул. Знаешь, ты была за спиной. Ничего подобного. А, да? Не успел поставить, но я вижу, что ты хочешь чертила. А знаете чего, я знаю, как обойти систему. И ставить некуда. А что ты сделаешь, Скрэч? А все. Опа, отстопариваю. Эй! Эй! Ничего не сделать, Скрэч. Я сломать не могу. А что быстрее? Ну что мне делать, Скрэч? Она же его убьет. Ну что мне делать? О, Скрэч летит за медленной съемки. Ну-ка, ну-ка. Тихо, сейчас моментально. Бам-бам. О, нормас. Нормально. Так, ладно, отстопорю. Уху, я выжил. Нифига себе у тебя, это, грация кошки, реакция картошки. Да, грация кошки, реакшн картошки. Скретчи, что дальше придумаем? У меня есть идея, пойдем за мной, пойдем, 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 пойдем. О, придумал. Мне уж страшно, я уже наготове, ну. Смотри, сзади. И убегает чертила. Грязь из-под ногтей только вылетает. Так, ладно, давайте отстопорим. Бамс. Бежим! Ага. Ну и куда? И куда ты бежишь? Ладно, отстопорю. Пойдем за мной, Фласка. У меня есть предложение. Давай, какое? Деревня. Хотя, знаешь что, у меня есть... Я не даю ему ничего договорить, я просто чертила. Не, ну губки, это уже неинтересно. Как вам идея просто-напросто закрыть его в стекле? Хотя нет, погодите, высушить так или иначе мне придется, да? Погоди. Высушить мне придется. Фух. Это жесть. Так, окей, ладно, воды нет. Ну что, все, пришлось высушить все равно, потому что он помирать начал, чертильник. Ну отстопариваем, что делать? Ого, у меня сразу 5 сердечек за секунду сняло. Что ты сделала? Я не знаю, что я делала. Какая ты подозрительная, Фласка. Ладно, все, я выбираюсь сейчас. Чего смотришь? Слежу с тобой, что у тебя кнопка? Смотрите, нажимает в реальном времени. А, я успел! Я успел, смотрите, вы сейчас офигели. Так, бамс. Эй! Так нечестно. Ладно, выбираюсь. Я не могу сейчас сдохнуть, не успевает, бамс. Да блин! Чертила! Знаете, миссия невыполнима будто бы. Ну и все. Надеюсь, ты утонешь здесь. Ща. Бамс, бамс. Ща, погодите, не могу. Оп. Ща, я прям на тебя эту воду солью. И вообще закрою тебе. Бамс. Бамс. Ну, помрет, ну и фиг с ним, какая-то. Больше нам достанется. Вот, оп. Ну что, смотрим, что с ним произойдет. Надеюсь, он не получит урон. Но если получит, ну, сочувствую. Ой-ой. Раньше времени. Ну чё, ребят, пойдемте искать. Я его профукала. Телан, дайте-ка я его обратно сюда. ТП. Ой, господи, боже мой. ТП, Фласка. Все, будто бы ничего и не было, Скретчи. Отстопариваем. Да, Фласка, спасибо. Застопорим. Так, ладненько, ага, Скретчи, сори. Ты как два раза подряд? Ты чертила, что это было-то? Там стекло появилось, и я взорвался. А я вообще-то в деревню бежал. Ты вначале утонул, а потом взорвался. Ты задолбал меня. Алло, ты не задолбался, алло? Ладно, не буду. У меня есть план получше. Скретч, это просто трешня. Я тебя случайно утопила, а потом ты призвала к себе, так скажем, и взорвала. Ну ладно, взорвался. Спасибо.
За миллисекунду две смерти, да? Прекрасно просто, Фласка, прекрасно. А сам виноват, а фиг ли ты хотел помереть? Ну все, нефиг было помирать. Че, какие планы, Скретчи? План у меня очень простой. Вот стой прямо здесь. Давай. Прям вот здесь. Давай. Вот здесь. Только давай. Не иди за мной. Хорошо. Сейчас, две секунды буквально. Буквально две секунды. Ага, давай. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ку-ку. Нифига. Ну ты опять прыгать, да? Ага. Нет, не прыгать. Сейчас тебе кое-что покажу. Готово? Ну давай. Для этого мне понадобится магический предмет. Я его искал очень долго. И точнее, крафтил очень долго. Ну так. Знаешь, что это? Ну. Па-пам-пам-пам-пам. Ладно, сейчас посмотрим, что у него там. Что у него там. Давайте отстопорим и просто-напросто посмотрим на это. Опа. Па-пам-пам-пам. Опа. А как мне от этого его спасти? Опа, очки. Ну, надеюсь, успею. Пробуем. Но не успею, но земля ему пухом, как говорится. Я его никак не спасу от этого. Ну, погоди, ну воду опять разлить. Миллисекунды-то идут, все, уже взрыв прошел. Ведро. Не, ну скретчику капец. А нет, погодите, из зелья исцеления, я успею. Ага, ну дайте прям в него. Ну давайте, ну пробуем. Так, хоп. Нормально? Это ад или рай? Это твои мысли, Скретчи. Где? Я думал, я прямо смотрю. Ты меня не спас. Ладно, ты меня спасла. Но! Без но. Нет, это был последний обсидиан. Но ты задолбал меня уже, Скретчи. Она уже вниз развернулась? Она уже вниз развернулась. Ладно, окей, бам. Ай! Я не успел. Ладно, Фласка, я тебе могу сказать, что ты заслужен. Ага, что заслуживаю? Чертила. Заслуженный. Ну ты задолбал меня падать вниз. Ты можешь что-то креативное придумать? Так, ну давайте, знаете что? Знаете что? Давайте что-нибудь плохое придумаем напоследок. А, я знаю. Смотрите. Ведро. Это будет прикольно. Ля-ля-ля. Хотел помереть? Я помогу тебе, братанчик. Как говорится, друзья выручат в любой беде. Так вот, раз ты ищешь беду на свою задницу, приземляется он четко куда-то вот сюда. Тогда я помогу тебе и в этом. Я ж хороший друг, правильно? Правильно. Отстопариваем. У меня сейчас просто жопный инфаркт произойдет. Так, ладно, отстопариваем, бамс. Я здесь! А что ты злишься? Ты хотел помереть, я тебе помогла, вон, лаву разлила. Знаешь, у меня напоследочек есть один способ. Какой? Только тебе нужно будет подождать немножечко. Сейчас я приду. Стой здесь, пожалуйста. Хорошо, давай, Скретчи, я жду. Только ты побыстрее. Хорошо, хорошо. Угу. Ты где столько их нашел? Вопрос хороший. Ну давайте. А что мне делать с ними? Ладно, тебя быстренько отхилим, а их всех в лаву. Тупо всех сжигаем в этом видео, это просто трэштяп. Да тут их слишком много. Что мне делать с этой стаей волков? Они же агрессивные. Вы посмотрите, у них у всех глаза краснющие были. Ну, кстати, как застопорило, почему-то не краснющие. Бамс-бамс-бамс. Офигеть их тут. Так, ладно, отстопариваем. Бам. Бегите со мной, мои псы, ничего не вижу. Здорово. Так, короче, я поняла. Я, походу, когда застопариваю, они становятся добрыми. Ну-ка. Походу, не добрыми, хорошо. Бам! Бам! Хопа! Хопа! Опа! Глупый волк, ненавижу тебя, почему в тебя не прилет... Опа, бамс, бамс, отстопариваю. Ну ладно, Фласка, молодец. За твои подвиги сегодняшние я даю тебе подарок. Какой? Это волшебные часы. Я не могу, ребят, вы что, вы понимали? Так, ладненько, волшебные часы сейчас подберем. Опа, что они делают, Скретчи? Активируй. Жители помирать начали. Я не знаю, я дай сам попробую. Ничего не делаю. Думаешь? Ой. О, назад время отматывается. Погоди, надо зажать. Дай. Смотри, смотри на жителя, он бежит, и я, оп, и назад время. Короче, ребята, мы вас любим, целуем. Смотри. На предмет это не действует. Короче, ребята, мы вас любим, целуем. Не забывайте, что у нас вышел мерч, ссылочка, конечно же, в описании. Там куча всего, там куча различных красивых тетрадей, скетчбуков, пеналов, ёшкин ты кот. Там есть даже рюкзаки, там есть мои штаны, там есть скетчбук из клипа Скретч, там есть куча всего. Скретч, ты где? Я перематываю время на лошадь. А пока Скретч занимается фигней, я с вами попрощаюсь. Любим, целуем. Видео слева и справа. С вами были Флашка и Скретч. Всем удачи, пока-пока. Пока-пока.